Число жертв возросло по обе стороны конфликта на Ближнем Востоке. Так, по данным Генштаба израильской армии, в результате атак погибли около 1300 граждан. Свыше 3000 человек пострадали. Палестинские власти, между тем, сообщают, что число жертв достигло 1500. Больше 6000 ранены. В Иордании сегодня должны пройти переговоры, на котором стороны обсудят то, как прекратить конфликт. Международные организации тем временем работают над открытием гуманитарного коридора для оказания помощи всем пострадавшим.